А, добрый день, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня 16 декабря 2020 года, и мы ведем репортаж с Сурхандарьи, это Узбекистан. Район называется Узун. Рядом с нами горы Бабатах. Они площадью 50 километров на 100 километров. 500 квадратных километров. И вот это стадо. Мурат Газар. Фамилия кандай? Тораханов. Это вот его стадо, больше 1000 овцематок. И мы сейчас хотим посмотреть, какой у него стандартный кошкар. Вот стандартный кошкар, он его держит. Здесь они совершенно не задаются вопросом, высота холки там все прочее. Вот сам Мурат-Эке, салам алейкум. Вот посмотрите, какой вот у него параметр. Кан айтиберинш, кандай болыш керек кочкар. Немаге караш керек. Өзбекче айта бер, өзбекче. Анага болыш керек, бу кочкар немесе яхшы. Немаге бу кочкар уруглык ишлетип атасызлар. Насколько вот он до этого говорил, с него получается хорошие ягнята. Он как кочкар-производитель себя уже зарекомендовал хорошо. Вот. Яна немесеге караш керек, мэшу, кочкар таңлаганда. Один из параметров, надо смотреть, говорит, ширину. Какие должны быть параметры? Это Башир. Секреты нельзя раскрывать. Башир. Баширов. На разговор, он видишь, он тихо, аккуратно, лучше я сам знаю для себя, что говорить, а что нет. Башир Баширов с Махачкалы, он проводит 14 июня 2020 года. Выставку в Махачкале, первую выставку гусарских баранов. Вот. У нас выставка в Чимкенте идет 7 июня 2020 года. И 31 мая идет выставка в Бишкеке. Сегодня мы будем вот на собрании рассматривать вопрос о проведении первой выставки гусарских баранов в Узбекистане. Значит, есть две даты проведения. Одна конец июля, так же, Нуриддин? Да. И вторая дата, ну, посмотрим здесь по обстоятельствам, может быть 5 апреля. Но 5 апреля не все поддерживают. Посмотрим сейчас и будем уже как бы инициаторами первой выставки гусарских баранов Узбекистана. И я что хочу сказать, что Узбекистан себя зарекомендовал действительно как хорошие все заводчики, хорошие отары. Вот стандартный баран. Кан хуйварын, что я вирсинча. Болды, он уже не хочет. Болды. Понравилось ему стоять. Он уже позировать начал. Да. Он не понимает, что происходит. Башир с Махачкалы приехал. Вот чебан. Кем, исмин кем? Абдували. Не надо, почему? Конечно, не надо. Не, конечно, да. Как не надо, что? Наоборот. Да, ты где живешь? Где живешь? Здесь живешь, на Шахракате, Махалла. На Шахракате, молодец. Русский язык, откуда знаешь ты? На русский работаем. России? Да, конечно. Ох, молодец. А что там делал? Это нормально. Нет, там в России что делал? Россия, Дэн Макалда. Россия, монолитчик. Монолитчик? Ой, молодец. А здесь сколько лет пасешь овец? Я? Ну, 24. 24 года? Да. Вот. И зачем монолитом занимался? У тебя такая работа есть, оказывается, хорошая. Башир от него не отходит, вот рядом. Он его хочет себе Махачкалу поедешь в гости? Переговоры. У нас кадровый вопрос всегда открытый. Махачкалага вара сам? Махачкалага? Нет. Мы уже не заманиваем. Очень хорошая погода, хороший воздух, хорошая атара. Так что я хочу поделиться своим хорошим настроением со всеми с вами. Вот. Мне очень приятно видеть таких овец, вот таких людей, кто так относится. Так что всем удачи этому хозяйству. До скорых встреч в следующих репортажах.